Вот такая вот замечательная коробочка с такой вот замечательной картиночкой. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Итак, друзья, с вами Владимир, и вот такая вот посылочка пришла. Давайте посмотрим, как она выглядит на сайте, что это такое. Вот, цена, продавец, все замечательно. И теперь давайте приступим к распаковке. Во-первых, сколько шло? Шла эта посылка 3 недели, оценена она в $3.60, запаковано все хорошо. Правда, заклеено скотчем, но поверх скотча идут наклейки. То есть это, я так понял, заклеил уже сам продавец при отправке. Ну, наверное, не продавец, а скорее всего на почте заклеили при отправке. Я думаю, китайцы ничего не вынули. Давайте откроем и посмотрим содержимое. Пакет пустой. Вот такая вот замечательная коробочка с такой вот замечательной картиночкой. То есть это приспособа для удобства спаивания деталей, так сказать, третья рука, помощник и все остальное. Что мы имеем на коробке? На коробке картиночка, в принципе, как это все должно выглядеть. Параметры 65 мм, 17 мм. Батарейка какая вставляется, то есть здесь батарейка, здесь еще есть подсветка. Краткие характеристики, но все не столь важно. Давайте откроем и посмотрим сам комплект, саму комплектацию. Коробочка немножко помялась, но надеюсь, ничего внутри не пострадало, поскольку внутри все должно быть железное. Все, коробка пустая. Есть вот такая вот инструкция. Инструкция это по тому, как вставлять батарейки, как включать ее. Да, на английском и на китайском или еще каком-то. Наверное, китайский язык. Итак, ну что ж, давайте попробуем собрать. Во-первых, для чего я ее купил? Хочу немного попаять. Поскольку есть, продаются замечательные киты, наборчики, такие как усилители, всякие сигнализации и все остальное. Очень много всего полезного. Хочу попаять, попробовать. Раньше паял, любил это дело. Вот и сейчас хочу. Давайте ее соберем. Значит, что у нас идет? Здесь идет лупа. Лупа идет с двумя точками. То есть вот увеличивает. И вот здесь еще, наверное, для более лучшего увеличения. Вот такая вот лупа. Здесь держатель для паяльничка сбоку. Вот он, держатель для паяльничка. И где-то еще должны быть вот они. Держатели для платы, деталей и всего остального, что можно зажать. Это вот такие вот идут зажимчики. Такие вот зажимчики идут. Вот, в которые уже зажимается или плата, или что вы будете паять, вот в эти зажимы зажимается. Вот такая вот штучка. Давайте мы ее сейчас присоединим и посмотрим уже, как это выглядит в полном сборе. Я так понял, придется мне, наверное, звать помощника, потому что одному что-то никак у меня не получается закрепить. Закройте, пожалуйста. Вот, здорово. Один уже отломился, одно крепление уже отломилось. То есть оно вот на таком шарнирчике держится. Вот видите. Здесь, я так понял, оно уже отломилось. Ну ничего, мы сейчас поправим. Сейчас поправим и все равно присоединим. Все.
Значит, вот, ставили мы батареечки. Ставили батареечки. Вот такая вот получилась штуковина. Такая получилась штуковина. Здесь вот можно что-нибудь зажимать. И паять. Скоро должны прийти киты. И уже можно будет паять. Работает подсветочка у нее. Все замечательно. Вот такая вот штука была сегодня на распаковке. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, скоро придут киты. И после прихода китов уже будем паять. Паять, должна прийти микросхема усилителя, должна прийти микросхема сигнализации. В общем, вот такая вот вещь. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Ну а на сегодня всем пока. С вами был Владимир, и канал «Китай стал ближе». Кому понравилось, ставьте лайки.